Фу, баланда какая-то. Моя любимая манная каша, в ней вся сила. Бабушкины сказки. Тебя как зовут? Валентин, можно Тин-Тин. Я Саша, можно Шурик, мне 14. А мне 12. Привет. Это мой брат Никита, он классно играет в футбол. А это Саша. Я вижу, ты тоже спортом увлекаешься. Ага, всем по чуть-чуть. Пойдем играть в футбол, я команду собираю. Ну ладно, пойдем. Все равно здесь как-то скучно. Но я посмотрю, как вы играете. Чего смотреть? Давай играть. Видел, как мы выиграли? Скажи, классно. А ты так и не стал с нами играть. Ой, тоже мне чемпионы. Да разве это игра? Кто так пас передает? Тоже мне команда. Наша команда очень хорошо играла. Но если ты такой профессионал, показал бы как надо. Да, но мне надо. Шурик, пойдем скорее. Там так интересно. Да здесь вообще не интересно. Только зря время трачу. Лучше бы дома за компьютером сидел. Странный ты какой-то. Тут так здорово, столько игр, друзей. Я так ждал каникул, чтобы в лагерь поехать. Вот и беги, куда бежал. Я позвоню родителям, чтобы меня забрали. Никит, да этот Шурик какой-то странный. Я его везде зову, а ему все скучно. Хочет домой уехать. А вроде неплохой парень, только в багажник залез. В багажник? Вот представь, я водитель, у меня есть цель, я хочу ее достигнуть. Я ответственен за себя, свой автомобиль и за все, что произойдет на дороге. Шурик всем недоволен. Куда проще залезть в багажник и обвинить водителя, как его плохо везли по ямам и кочкам. Может, он не понимает, что в багажнике? Может, ему там комфортно, хотя... Пойдем, назначим его вождем. Посмотрим, как он себя проявит. Главное верить в себя, и все у тебя получится.